Друзья, всем привет, с вами Михаил Рудеев и канал Бостон Техник. Сегодня у нас на обзоре, а также на продаже жатка производства Россельмаш. Жатка кукурузная, 8-литковая, полностью в рабочем состоянии, технически исправно. Год выпуска, друзья, данной жатки 2016. Сейчас подойдем поближе к шильдику. В 2022 жатку полностью отремонтировали, заменили расходники, все необходимое, что требовалось. Так, вот вашему вниманию привода, все карданные соединения, все в отличном состоянии. Сейчас, друзья, обойдем, посмотрим с другой стороны. Все. Повторюсь, жатка на текущий момент полностью исправна и готова к эксплуатации. Все необходимое, что требовалось, заменено. Друзья, также напомню нашу компанию Бостон Техник. Технику оборудование можно приобрести как кредит, так и кредит за наличные средства и без НАО. Так что, друзья, все, кто заинтересовался, звоните, пишите, обращайтесь, задавайте вопросы. Всегда будем рады на них ответить. Кому также недостаточно видео и фото материала для решения приобретения, звоните. Договоримся с вами на более детальный осмотр. Приедете, посмотрите все своими глазами и примите решение. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.